Линолеум возвращается. Фестиваль анимации везет в Одессу лучшие международные украинские ленты конкурсной программы 2021 года. Показы пройдут 9 и 10 октября в Музее современного искусства. Для всех желающих увидеть хиты мировой анимации, вход свободный по предварительной регистрации. Помимо анимационных лент, организаторы фестиваля привезут Олега Маламужа, режиссера анимационных полнометражных фильмов «Мавка», «Похищенная принцесса» и «Роксолана». На мастер-классе иллюстратор расскажет, как начать свой путь в анимации, проведет воркшоп по быстрому рисунку. Программа фестиваля проходит при поддержке Госкино Украины. Посмотреть анимационные фильмы нынешнего украинского конкурса и часть международной программы в течение октября также смогут жители Николаева, Харькова и Днепра.